Всем привет! Сегодня понедельник. Хочу опять заснять историю одного дня. Сейчас уже с одним рейсом съездил туда, куда я обычно езжу. Сказали, сейчас туда больше не нужно ехать. Дали какое-то другое задание. Ехать надо в город Ландштуль. Ландштуль — это недалеко от Рамштайн, там где американская военная база. Вы знаете, да? Вот надо ехать сейчас туда, в сторону. Сейчас я ищу этот трейлер, который уже загруженный. И вот он должен быть. А, нету. Странно, что-то я не понял. А куда он его дел? Слава Кай. Слава Кай, я Словакия. Раньше была Словакия. Сейчас у них Словения и Словакия, да? Так, а где же этот трейлер? Я не понимаю. Написано было рампу 27. На рампе его нету. В общем, задание такое. А, вот он, вижу его. Задание такое: поехать в одну фирму в Ландштуль, отвезти, а на обратном пути заехать в другой городок, там забрать, и все на сегодня. Сколько на это время надо, я пока не знаю. Опять грязи натаскал. Das kann ich nicht haben. Так, 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 так. Стоять, стоять, стоять. Так, надо пока заглушить. Меня спрашивали, какой у меня навигацион. У меня навигацион встроенный, то есть он уже здесь в комплекте вместе с машиной идет. Я даже не знаю, от какой он фирмы, но в общем так он нормальный. Но иногда, правда, он или ведет до метра точно, или вообще не ведет никак. Я не знаю, что тут за программа такая, но иногда мне нервы треплет. В общем, давайте вместе поедем. Вместе со мной. Вместе сейчас будем искать, разгружаться. Потому что я там еще тоже не был. Или, по крайней мере, не помню, был я там или нет. Так что поедем, посмотрим, где это находится, вместе с вами. Bye.
уже ближе. Надо сейчас звук включить. Demnächst rechts abfahren. Genau. Und der A62 folgen. Achtung, A6 Bauarbeiten. Jetzt rechts abfahren. Danach erste Ausfahrt rechts abfahren. Okay. Я тут уже давненько не был. Я смотрю, здесь вон кусочек в табан опять сделали. Jetzt rechts abfahren. Я, секунду. Отбойник новый сделали тоже. Блин, ну правда, я что-то давно тут уже не ездил, наверное, полгода. An der nächsten Ausfahrt rechts abfahren. Да-да, я знаю, сейчас там вдоль, ну понятно, вдоль автобана в ту сторону. В сторону Кайзерслаутерн. Ландштуль я как-то тоже в одно время ездил в магазин. Сделал доставку. Jetzt rechts abfahren. Рано утром. Там такой был трейлер с этим, знаете, сзади, с площадкой такой подъемной. У меня был ключ. Я сам приезжал в магазин утром, там сколько было, 3 часа ночи или 4 часа ночи. Открывал склад и завозил туда, закрывал опять и уезжал. Сам разгружался. Nach 300 метров links abbiegen. Да, так же самое, по этой дороге же ехал. Магазин ДМ называется. Jetzt links abbiegen, danach rechts abbiegen. Я надеюсь, меня навигацион сегодня это не будет нервы трепать. Здесь вроде ничего сложного нету. Я примерно уже предполагаю, где-то может быть эта фирма. Фирма называется... Jetzt rechts abbiegen. Да. В названии фирмы есть слово «эко». «Эко». Ну, от слова «экология» и все такое. Там как бы, насколько я помню, как бы перерабатывающая фирма такая. Но я не совсем уверен. Я сейчас будем подъезжать, посмотрим, там это или нет. Я в какой-то такой подобной фирме был уже один раз. Я сейчас не знаю, это или нет. Но сейчас увидим. Если это опять же та же самая фирма, в которой я уже был, то там работают люди, как бы сказать так аккуратно, инвалиды, не то что инвалиды, а как бы с ограниченной умственной деятельностью, если так можно сказать, да? Наверное, опять неправильно я выразился. Nach 300 метров den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ну, знаете, люди, которые, ну, немножко, как бы, отставшие развитие, или вот, ну, давайте скажем так вот, с синдромом Дауна, да? Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Вот такие люди вот здесь вот работают. На это, если это, конечно же, фирма. Вот он этот магазинчик ДМ, в который я ездил. Ну хорошо, хоть рано утром, ночью сюда ездил. Машин не было, надо было через паркплац ехать. Ну, через парковку. А сейчас вот днем туда не заедешь на грузовике. Так же самое не выедешь. Так, напоминаю, что сейчас октябрь, 10 число,
температура плюс 10. Зачем я это говорю, не знаю. В общем, плюс 10 сейчас. И вот пока еще, смотрите, еще маленько зелено. Начинает уже желтеть. Ладно, едем дальше, смотрим. Вот это Ландштуль. Автобан у нас проходит как бы сейчас тоже вдоль, параллельно с левой стороны. А за автобаном дальше туда, с правой стороны, там Рамштайн. Чуть дальше. Там Nach 300 метров links abbiegen. Это американская военная база. Этот, куда поворачивать? Нет, не здесь, нет же. 200 метров. Дальше, значит. Там этот Airbase. Говорит, налево поворачивать. Но не здесь. Дальше. Здесь, наверное, да. Jetzt links abbiegen. Может быть, это и здесь. Так, это мы сейчас через железную дорогу переезжаем. Nach 250 Metern rechts abbiegen. Danach sofort rechts abbiegen. Направо и направо, говорит. Jetzt rechts abbiegen. Danach sofort rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Nach 50 Metern links abbiegen. Не уверен. Jetzt links abbiegen. Nach 150 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Так, называется. Jetzt zweite rechts abbiegen. Фирму, которую рассказывал, она находится вот здесь вот с левой стороны. Nach 150 метров haben Sie das Ziel auf der linken Seite erreicht. Ну да, это значит здесь. Это да, это та фирма, про которую я рассказывал. И въезд у них с другой стороны. Вот здесь, наверное. Так, Anmeldung. Так, я сейчас маленько вперед дальше проеду. И пойду отмечусь. Блин, я, по-моему, не туда заехал. Мне надо было наоборот заехать. Вот, да? Но нет, рампа здесь. Ладно, пойду-ка я узнаю. Какой-то номер дали. Зачем? Не знаю. Пофиг. Ладно, я это самое, я вспомнил. Здесь перестроили. Здесь это въезд с другой стороны был. Раньше оттуда заезжали.
общем, я зашел, там действительно там эти люди, которые с ограниченными возможностями. Если так вообще можно говорить вообще. Сказал подъехать до какой-нибудь рампы. Все равно какой. Я, наверное, тогда подъеду вот туда, до дальней. Чтобы, если еще кто-то приедет, чтобы мог тоже проехаться. Да, точно. Тут по-другому было все. Тут он переделали. По-другому было здесь. Поэтому я это не узнаю здесь. Не знаю, будет это вообще корректно, если я сейчас пойду туда снимать вот этих людей бедных. Ну, наверное, некрасиво будет, да, если я буду снимать этих людей, скажем так, инвалидов, да? Я не знаю. Мне как-то стрёмно. Наверное, как-то неэтично. Ладно, давайте договоримся так, что это я как бы, ну, с уважением к этим людям буду их снимать тогда, да? Ну, чуть-чуть, буквально чуть-чуть я сниму, чтобы вы действительно поняли, о чем речь. Для этого дела я ботинки одену рабочие, потому что самому надо будет разгружать, чтобы ножку не придавить, пальчик не сломать. Wie machen wir das? Sie ziehen mal die Ware hier auf die Kante und nach der Müsse. Alles klar. Okay. Bitte aufpassen, Ihr Kollege hat immer einen schweren Unfall gehabt. Das runtergefallen ist? Ja, weil die laden die so hoch, dann bleiben die Lärme auch an den Kanten. Dann ist das umgefallen und hat dann das Baywash geschlagen. Also das war nicht so schön. Seitdem sind wir da sehr vorsichtig. Das lange her? Halb Jahr. Ja. Ja, gut. Wir haben alles probiert bei BMW, dass die an der Spacke oder so sind. Die sparen das Platz noch. Sehr traurig, weil dann halt was passiert. Ja. Okay. Machen wir das. Ne? Was ist da jetzt mit der Nummer? Wo? Mit der bekommst du später die Papiere zurück. Das ist nur, dass wir zuordnen können. Okay. Welcher Fahrer zu welchem Papier? Okay. Ich steck das mal hier hin und dann gehen wir mal an. Говорит, надо осторожнее, чтобы эта вся штука не упала при разгрузке. А то, говорит, одного уже. Эта штука сверху, говорит, упала на водителя. Ногу сломала. Thank you.
Alles klar. Jo, danke schön. Und tschüss. Hier geht's lang, ne? Hier geht's raus. Okay, so, tschüss. Und tschüss. Jo, ciao. В общем, разгрузил почти без проблем, если не считать. Мне эти высокие палеты, блядь, чуть не попадали. Действительно, по две штуки, когда они еще вместе стоят, но они не связаны, они еще более-менее друг друга поддерживают. А если одна палета такая высокая, длинная, они еще и тяжелые, блин. Я вам половину разгрузил, мне машина сзади, она поднялась. Когда машина на выключенном зажигании, она сзади поднимается. То есть не ставится она на этот, на фарневу. И мне пришлось еще раз выйти и машину сзади немножко отпустить. Так, сейчас я тогда задаю. Так, я, наверное, сейчас отъеду от рампы. Так, сука. Нормально. Я сейчас от рампы отъеду. Закрою калитку. Задам навигацион и поедем тогда в Нойнкирхен грузиться. Я еще пока даже не смотрел, что это за... Пойду сзади ворота закрою. Машину я сегодня утром помыл. Уже вон заляпали некоторые эти машкары. Нафиг нам туда выезжать. Все равно мы по этому кольцу же проезжаем. Den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen. Danach links abbiegen. Говорит возвращаться. Какого хрена? Ты что мне голову морочишь? Я же знаю, что сюда надо ехать. Ох уж мне этот навигацион, блин. Мне уже тошнит от него. Я знаю, что мне отсюда надо. Он мне обратно посылает, чтобы я по той маленькой улице проехал. Links abbiegen und der A6 folgen. Jetzt links abbiegen. Послала меня там по маленькой улице, чтобы я вот здесь вот на эту улицу выехал. Какая разница, блин? Ой, господи. Меня тут навигацион с ума сведет, блин. Короче, вот такая вот вода без газов. Решил я все-таки минералку брать без газов. Спасибо вам всем за советы, всем, кто писал. То еще были даже такие страшные комментарий, что минералка с газами разрушает кости. Я думаю, ну все. Больше минералку с газами пить не буду. Nach 250 метрах links abbiegen und der A6 folgen. Косточки-то нам еще нужны. Нам еще, блин, до пенсии еще 20 лет работать, ё-моё. Jetzt links abbiegen. Упс. Кнопка сигнала, она на этом на рычаге, где вот дворник, тут где поворотники. Иногда, когда сильно руку туда бросаешь, чтобы поворотник включить, бывает иногда сигналишь. О, американцы вон.
там дальше чуть-чуть этот Рамштайн база. Вот видите, маленькие квадратные номера, это вот американские машины. Лет 5 назад у них еще были свои собственные номера, американские. Но со временем мы решили все-таки убрать, и они тоже сейчас вот получают местные. И вот у этих американских служащих, у них тоже сейчас вот немецкие номера. Но там есть, по-моему, какое-то отличие, там чуть-чуть поправка какая-то на номере, я точно не помню, врать не буду. Но у них сейчас такие же номера, как вот на немецких машинах. Хотя вот поворотники у них так же самое, вот красными моргают. То есть не переделаны у них вот это вот световые сигналы у них не переделаны. Ай, хорошо бы, если кто-нибудь пропустил, там такой поток идет страшный. Не можно выехать. Im Straßenverlauf 25 Kilometer voll. So, das war die Interview 2016. Mega ober in die Fresse geil. So ein Porn im Porn nochmal. Ja. So, wo es noch so ein bisschen mehr schiebt. Das ist nicht Tagnau. Все,